нас сегодня с утра, к сожалению, есть ряд положительных уже анализов от лаборатории Роспотребнадзора в Республике Саха-Якутия. Предварительно еще 5 положительных результатов. Все они получены от лиц, которые входят в 38 физических лиц, которые находятся в ближайшем окружении генерального директора ИТ, который сегодня подозревается в том, что у него коронавирусная инфекция. Из этих 5 четверо это менеджеры ИТЭКа, приехавшие из Москвы, и один уже местный работник, который контактировал с ними по своей службе. Все они уже изолированы сегодня ночью, так как обсерватор. Сейчас проводятся работы по помещению в обсерватор. Порядка 100 с лишним еще дополнительных работников ИТЭКа, которые уже имели контакты с этими лицами. Все проводится строго в соответствии с законодательством, и в основном законы и правилами действия в таких ситуациях в порядке. Еще раз хочу обратить внимание якутян, что на сегодняшний день ситуацию никак нельзя недооценивать. Надо быть очень ответственными. Самое главное сейчас по возможности ограничить посещение общественных мест, те же торговых центров, к сожалению, там мы наблюдаем, что достаточно много людей находится, молодежи находится много. Мы закрывать их на сегодняшний день не намерены, вместе с тем, конечно, ограничить посещение таких общественных мест. Людям надо уже исходя из соображений собственной безопасности, безопасности своих родных и близких. Прошу также якутян следить за тем, чтобы дети во время каникул оставались дома, и особое внимание нашим гражданам, потому что коронавирусная инфекция, это видно по ее распространению по всему миру, наибольшую опасность представляет для пожилых лиц. Людей, поэтому к ним надо должно быть особое внимание. Еще раз хочу подчеркнуть, что возможности сегодня здравоохранения республики, они полностью отвечают тем потребностям, которые сегодня есть. Мы абсолютно сегодня оснащены и оборудованием, и необходимым запасом медикаментов. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что ситуация полностью под контролем. Хочу также обратиться, вот сейчас пользуясь тем, что у нас прямой эфир, к пассажирам, всем пассажирам рейсов первый Аэрофлот, который вылетел из Москвы 10 и прилетел в Якутск 11 числа, это рейс Аэрофлота, и рейс авиакомпании S7, который вылетел из Домодедово вечером 12 и прилетел сюда утром 13, всем обратиться на горячую линию управления Роспотребнадзора или горячую линию Минздрава Республики для того, чтобы мы получили ваши контактные адреса и место нынешнего местонахождения, и вас проконсультировали по возможности самоизоляции. Потому что ряд лиц, которые сегодня у нас подозреваются в наличии коронавирусной инфекции, они прилетели этим рейсом, и не только бизнес-класса. Потому что вчера у нас был один подозреваемый, сегодня, еще раз говорю, их уже у нас 6. Вкратце вот такая на сегодняшний момент ситуация. По информации по анализу генерального директора ИТЭКа, сегодня мы пока еще не получили из Новосибирска официальное подтверждение. Вчерашнего дня изменю регламент предоставления такой информации. Вся информация о реальном уже наличии заболевания идет только через подтверждение федерального оперативного штаба. Все документы находятся там, в течение дня мы ожидаем результатов. Спасибо.